Здравствуйте, друзья. Опять исторические наши изыскания. Паблик-сикон номер 3. Третье издание. Какой год тут я не написал. Но ничего. Тоже все тут из ровесника. Новый звук Neoton Family. Это венгры. Барбара Стрейсенд. Хороший Майкл Джекс, Барбара Стрейсенд и Барри Джип. Вот. Вот, друзья. Рок как есть. Очерки очевидцы истории поп-музыки. Вот это классная вещь. Я читал, ждал, собрал подборку из журналов. Здесь рассказывается история рок-музыки. Очень даже неплохо. Но тут будет вклиниваться, потому что каждый журнал... Ну, это же не книга, понимаете. Про Сан-Рему здесь тоже рассказывается. Вначале хвалят, потом ее как-то не очень. Вот продолжение. Рок как есть. Видите? Интересно. Думаю, что мало кто сделал такую подборку материала. Можно, конечно, в PDF перевести, сделать книгой отдельной. Но такая вещь сейчас мало кого интересует, друзья. Москва. Новодмитровская улица. Печатался журнал «Ровесник». Вот. Вот еще в «Ровеснике» были на последней странице песни патриотов со всего мира. А тут рок как есть. Очерки очевидцы еще. Я хочу сказать без ложной скромности. Здесь полная подборка этого материала. Вот. Тут взято по годам, по десятилетиям вроде как бы. Понимаете, друзья, это очень классно. Это последняя статья. И вот, друзья, еще. В «Ровеснике» печаталась авторизованная биография Битлз. Вот это дальше все про Битлз здесь. Авторизованная биография Битлз. Откуда кто взялся снова вчетвером? Вот. Я тоже ее, эту статью, или как это сказать, уже брошюру проклеил. Создал вот такую книженцию. Я ее читал несколько раз, было интересно. Сейчас все это в интернете можно найти. А может и не найти вот эту авторизованную. Не знаю. Вот, авторизованная. Ага. И тут дальше вот про Битлз. Это я не подклеил почему-то. Ну, как Битлз спасают умирающий город. Это про этих самых. Про то, как люди наживаются на Битлах. А это, по-моему, у меня отклеилось просто, друзья. Это просто отклеилось. Так, дальше. А, продолжение, вот, дополнение к авторизованной биографии Битлз. Это уже концовочка, окончательно сделана. По скриптуму. Вот. А вот эта группа Вирс. Интересная команда была из ГДР. Последнее интервью Джона Леннона. Так что полный материал собран здесь, друзья. Вот это с какого-то журнала, я уже тоже не помню, вот видите. Давно интересуюсь творчеством английского музыкального ансамбля Beatles. Северодвинск. Участники квартета Beatles. Вот видите, друзья. Такая книжечка была мною сделана. Прямо тематическая, можно сказать. Надо отметить. Здесь сначала рок-н-ролл, а потом Битлз. Ну, тут отмечено, что здесь про Битлз. Вот такое издание мое. Все, друзья, благодарю за внимание. Пока.